И теперь мы наконец-то переходим к одной из самых интересных частей нашего сегодняшнего собрания, это к сессии подготовленных речей. И открывать эту сессию я хотел бы пригласить нашего первого выступающего, Ксения Королева. Подготовка к этому собранию задавал всем выступающим вопрос о том, зачем вы здесь и как вы думаете, программа Toastmasters помогает вам в развитии ваших навыков эффективной коммуникации в бизнесе, переговорах и так далее. И вот что сказала Ксения. Не против, я зачитаю. Да, я на самом деле должен зачитать, потому что есть два слова, которые я не могу запомнить. Компания, в которой Ксения занимается организацией бизнес-мероприятий. Ей интересно посмотреть, что происходит на другой стороне, как готовятся спикеры для того, чтобы развить себе когнитивную эмпатию. С когнитивной эмпатией своим проектом о совах, лисах, овцах и ослах Ксения Королева. Это не совсем будет про эмпатию, про когнитивную, к сожалению, но может быть к счастью. А представьте, что вы на переговорах раздавали жены листочки. У меня просьба, достаньте их, пожалуйста. Смотрите на предложение, которое там написано. Быстро ответьте. Вы можете поставить галочку, можете не поставить. Просто ответьте для себя. Это задание, этот тест, так же, как и свою вот эту звериную классификацию, я взяла у одного автора, который написал книгу, ее называют «Признанной Библией переговорщика». У него собственная концепция, он родился очень-очень давно, еще жив. И этот тест прошло 20 тысяч человек, это была посчитана статистика. Правильно на этот тест отвечает всего 1000 человек. Этот тест – это лакмусовая бумажка того, как вы относитесь к процессу переговоров. Я честно сразу признаюсь, что я на этот тест ответила неправильно. Мой выбор был «да». И это выбор овцы. Welcome. Думаю, статистика, она не врет. Почему ответ неправильный? Почему правильный вариант здесь нет? Давайте подробнее рассмотрим то, что, да, может быть, кто-то знает, я уже вижу. Давайте тогда просто вспомним. Столкнувшись с тяжелым оппонентом, тяжелый оппонент, вообще мы сейчас ориентируемся только на наш внутренний опыт. Мы не представляем эту ситуацию, вообще переговоры, они такая вещь, случается и все, бывает такое. Тяжелый оппонент. Для кого-то это человек, который тебя может запустить пепельницей по переговорам. Для кого-то это человек, который 4 часа может выносить тебе, простите за мой французский мозг, по-другому не скажешь, и ты сам хочешь запустить в него пепельницу. В любом случае, это уже негативно, тяжелый оппонент. Дальше. Лучше. Лучше, чем что? А где альтернатива? Альтернатива чему? То есть здесь мы тоже не можем определиться верно, да или нет. А уступить. Вот здесь как раз компромисс нам поможет. Уступать в переговорах – это хорошо, это правильно. Но делать это нужно вдумчиво и обязательно с каким-то обменом для себя. Нельзя уступить просто так, потому что потом вы будете уступать все время и постоянно. Практика просто подтверждает, это каждый день, можно сказать. Чтобы не слишком ценное, не слишком ценное для себя. Но вы уступаете что-то не слишком ценное для себя, а вот не слишком ценное, вы уверены, что это не ценно для вашего оппонента, для вашего потенциального партнера. И если вы вдруг ему это уступите, и он это получит от вас просто так, как вы думаете, что произойдет дальше с вашими переговорами? Атмосфера доброжелательности. Вот на чем я попалась как овца. Потому что кажется, что если ты действительно настроен доброжелательно на переговоры, даже если перед тобой тяжелый человек, ты обязательно чего-то добьешься. Нет, неправда. Неправда. Представьте себе ситуацию. Вы влюбились в девушку. И вдруг что-то с ней такое происходит. Ну или да, в молодого человека, у меня просто другая немножко ситуация была. Собственно, девушка вдруг начинает капризничать. Вы хотите ее немножечко, ну, как-то успокоить, да, порадовать. И приносите ей цветы. Как вы думаете, что девушка сделает в следующий раз? Ну, скорее всего, она вообще забьется в истерике, может быть, не сразу, но с течением времени она к этому придет.
Я гарантирую. Поэтому подкреплять чем-то хорошим, лучше все-таки что-то хорошее. Это логично, как мне кажется. Момент истины. Почему совы, лисы, овцы и ослы? Есть вот эти, мы разобрали, но буду называть их 5 ошибок, потому что, скорее всего, кто не знал, все ответили неправильно. Не все, но кто ответил неправильно. Буду называть это 5 ошибок. Если вы согласны с ними, так же, как и я, то есть вы ответили «да», мы с ними согласны, то вы овца. Потому что вы хотите чего-то добиться, но готовы поступить со своими принципами, идеалами. То есть, может быть, вы их не очень хорошо видите. А если вы вообще не согласны, вы ответили «да», но вы полностью не согласны с тем, что я сейчас сказала, вы не видите здесь ошибок, вы осел, потому что у вас есть свои убеждения, и вас переубедить очень сложно. Кстати, бывает часто на переговорах такие люди встречаются. Что с ними делать? Какой-то компромисс искать, наверное, придется. Чудесные лисы. Если вы очень хитрый человек, вы, увидев вопрос, поняли, что что-то здесь не так. То есть вы не готовы рассказать, почему это ошибка, но вы чувствуете, что что-то здесь не так, готовы жульничать, а потом еще раз готовы жульничать. Вот сейчас, например, когда, может быть, кто-то из нас есть лиса, чаще всего в переговорах вы не обращаете внимания на другую сторону, вам важно только победить. И вот на самом деле это не самая хорошая стратегия, но она имеет место быть. И, конечно, автор книги говорит о том, что нужно стремиться и стать собой, потому что когда ты сова, то ты либо в силу опыта, либо в глобальных пониманий каких-то жизненных отвечаешь «нет», ты с этим совсем согласен, но ты настроен на долгосрочное сотрудничество. Тебе не нужна выгода прямо сейчас. Ты мудрая сова, с тобой приятно иметь дело. Это о классификации. Кстати, очень многие лисы притворяются совами. Будьте внимательны. Когда я рассказала про это своему брату, он очень расстроился. Он, конечно, тоже овца, безумно расстроился. И я решила его немножко подбодрить. Потому что, вы знаете, на самом деле мы все когда-то были лисами. Как вы думаете, кто самый лучший переговорщик? Дети. Ты читал книгу? Нет, это не ребенок, дети. Да, действительно, это дети. И никто так искренне не добивается своих целей, как ребенок. Хотя он даже не задумывается, как он это делает. Вот у меня была ситуация, я проглотила мозаику года в 4, маленькую. Для меня самое страшное было эту маму расстроить. То есть не наказание, а что-то вот такое. Поэтому я решила, не хитрила я тогда, я к маме подошла и так издалека начала, что «мам, как ты думаешь, а если вот человек вдруг случайно зелененькую мозаику проглотит, что с ним будет?» То есть, по сути, я не сказала того, что я это сделала, но помощь получила. Наверное, я буду уже заканчивать свою речь и хочу попросить вас перевернуть листочек. Там написано автор книги, название книги. Если вы книгу читали, вы профессиональный переговорщик. Если вы книгу еще не читали, я вам сэкономила минут 15, если она вам понравилась, потому что вы ее возьмете, прочитаете, ответите еще на 26 вопросов. А если, конечно, вам не понравилось, вы простите листочек, я вам сэкономила часа полтора. Спасибо. Два момента, дорогие друзья. Во-первых, определитесь, какое у вас место в зоопарке. А во-вторых, знаете ли вы, что у нас по завершению сессии выступления, как подготовлен, как импровизирован, будет сессия оценок, где наши замечательные ораторы, все те, кто был на этой сцене, включая меня, получат обратную связь с помощью наших специальных оценщиков. Но, кроме всего прочего, обратную связь можете дать также вы, все участники здесь, например, Ксения может написать ей пару слов, что вам понравилось, над чем она может работать дальше, передать Ксении в перерыве, например, или поговорить с ней лично.